Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании M-Lux. На цоколь HB3, серия Grey Line, с температурой свечения 5000 кельвинов. Комплект поставляется в фирменной упаковке. Внутри у нас находится оригинальный гарантийный талон. И также две светодиодные лампы. Лампы мощностью 26 Вт, имеют светодиоды COB, на каждой лампе по 2 светодиода. Также две системы охлаждения используются в данных лампах, активная и пассивная. Активное охлаждение – это встроенный кулер, пассивное – радиатор и то, что сама лампа металлическая. Подключается на питание как 12, так и 24 Вольта с помощью стандартного разъема для подключения. Также имеется небольшой драйвер. Герметично заклеен, пыль, влага защищен. Вторая лампа абсолютно идентичная. Одну из ламп мы сейчас подключим на питание 12 вольт и визуально посмотрим, как же она будет отсвечивать. Подключаем питание 12 вольт. Лампы отсвечивают чисто белым световым потоком. Как и заявлено производителем, цветовая температура 5000 кельвинов. Мощность светового потока около 2000 люмен. Мощность самих ламп 26 Вт, напомню. При покупке на комплект ламп обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость данных ламп вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.